Он всему голова, без него не обходится ни один званый ужин. А сегодня хлеб еще и главный виновник торжества. На хлебокомбинате на состязание по кулинарному колдовству собралась двадцатка лучших пекарей Вологды, Череповца, Устюженского, Тотемского, Бабаевского, Белозерского, Тарнакского, Вытегорского, Сокольского районов. Профессия хоть и вкусная, но с горчинкой. Я вот, например, знаю, что это очень сложный труд. У меня мама всю жизнь отработала на Добролюбова. Пекарем нарезные пекла. Как это тяжело, конечно, я знаю не понаслышке. Натруженные руки, тесто не поднялось. Но главный залог успеха – мастерство, настроение и душа. То, что пирог пекся на паре традиционным способом, как чтобы было выбрано хорошее тесто, все было по рецептуре, чтобы было желание работать, чтобы душу вложить в это. Состязание пекарей разбито на три этапа. Первый – теоретический. Что можно носить пекарю на рабочем месте? Бижутерию, деньги или носовой платок? Каждому участнику нужно ответить на 20 вопросов за 15 минут. Вопросы касаются технологий хлебопечения и техники безопасности. Второй, пожалуй, самый аппетитный этап – домашнее задание. На суд жюри 20 настоящих произведений искусства. Тут вам и поросенок в апельсинах, и пчелы с сотами, и самовар с сервизом, и паруса, и даже экзотические рептилии. Пирог с творогом обычный. Традиционный, просто украшен розами. Решили, что такой вариант будет более праздничный, много цветов. Решили, что как бы настроение поднимет такой пирожок. Настроение, внешний вид, оригинальность и импозантность. Мучные изыски проходят визуальную экспертизу. Сложность учитываем приготовление, да. Внешний вид, чтобы была смазка, оформление. Присутствие вкуса, естественно, чтобы было аппетитно, чтобы хотелось это съесть в первую очередь. Как бы и пицца, и рыбник, я не знаю, как оно тут сочетается. Это два этих. А то по вкусу оценим. Вот внешний вид оценим. После эстетической оценки кульминация задания. Жюри удаляется на дегустацию шедевров. Это было у нас рыбник, да? Нет, это все с мясом. Последнее испытание – практика на производстве. Для фантазии здесь ограничений нет. Так что таким косам позавидует любой стилист. Плетенки, дарницкий, нарезной, красносельский с отрубями, зерновой. Ежегодно вологжане съедают 78 тысяч тонн хлеба. Его пекут на 116 предприятиях области. В отрасли заняты свыше 5 тысяч человек. Но и во вкусной профессии есть кадровый голод. Ну, проблемные места, наверное, как и во всех отраслях АПК, это то, что недостаток, наверное, кадров. Вот чтобы поднять как раз престиж профессии пекаря, все-таки работа, она не очень простая, и как раз мы и проводим такие конкурсы. Жюри ждет непростой выбор, но, как говорят конкурсанты, самый взыскательный судья – покупатель. Ведь хлеб в каждой семье, всему голова. Валентина Бушманова, Сергей Меньшаков, информагентство «Череповец».